урочистий мітинг, присвячений першій урочистій відправці малобудов поповнення Збройних сил України, оголошується відкритим. Сьогодні ми починаємо відправку війська першої партії Запорізької землі. Військах вас чекають. Згідно указу президента нагадую, всі, хто буде призваний по строковій службі, будуть проходити службу в пункті постійної дислокації на території України. На востокі в зоні АТО вони приймати участь не будуть. Мужики, Родина требує вас в помощі. Мені мій дід говорив, головне бути мужиком. Как бы ни назывались те, которые сейчас косят на по всем фронтам, пацифисты, альтруисты, прости господи, гомосексуалисты. Главное быть мужиком, чтобы потом по возвращению вы смогли смотреть в глаза своим близким, семье и быть честным самим собой. Быть добру дембель неизбежен. Тому, чтобы ее вооруженные силы могли отразить любую агрессию. Конечно, наши агрессии, попыткам любой дестабилизации ситуации в нашем городе. Сначала чуть-чуть, ну, честно скажу, пугающе, потому что ну, необычно, незнакомая ситуация, не знаю, что там будет. А сейчас уже, конечно, полегче, когда разнакомились с ребятами, все видно было. Хочется помочь стране в это время, чтобы внести свою лепту. Помните всегда, что вы продолжатель славных казахских традиций.